Достопримечательности этого прекрасного города привлекают немалое количество восторженных почитателей. История Айзенаха связана с замком Вартбург, который, согласно легенде, был построен в 1067 году. Рядом с замком находилось по меньшей мере три поселения, которые объединились в одно во второй половине XII века. Церковь Святого Георгия была построена в XII веке и позже реконструировалась в барочном стиле. В этой церкви был крещен Иоганн Себастьян Бах. Механическое перечисление достопримечательностей Айзенаха не имеет смысла. Весь город является одним прекрасным музеем. Центр городка. Рыночная площадь с церковью Святого Георгия, ратушей и замком в стиле барокко. А также с некоторым количеством представляющих архитектурную ценность административных зданий и купеческих домов. Здесь же находится фонтан с позолоченной статуей Святого Георгия, покровителя Айзенаха. Мартин Лютер в юности здесь провел несколько лет. А позже, во время пребывания в замке Вартбург, Лютер перевел Новый Завет на немецкий язык. Но больше всего горожане гордятся своим знаменитым соотечественником. Ведь Айзенах является родиной великого музыканта Иоганна Себастьяна Баха. Дом Баха в Айзенахе – самый главный музей города. Дом, где в юности жил Мартин Лютер, привлекает своей неповторимой красотой, присущей всей каменно-деревянной архитектуре Средневековья. Церковь Святого Николая расположена на Карлсплац и соединена с бывшими городскими воротами. А мозаика главного вокзала города напоминает о том, что еще совсем недавно город был автомобильной столицей ГДР. Известный многим автомобиль Вартбург выпускался именно здесь.